Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Discovery 2006 года выпуска, 2.7 дизель. Получилась у нас такая история. Заливает человек жидкость в омыватель бачка, в бачок омывателя, и она вытекает. Сняли локер посмотреть, ничего не бежит. Поставили локер на место, залили, ну, бачок был полный, поставили локер, бежит. Сейчас опять открутили частично локер. Сейчас его сниму больше, вот видно, вода побежала. И по бачку спереди, со стороны бампера, накатывается вода. Думал, что может быть с моторчика бежит здесь. Два моторчика, оба на резинке стоят. Но ни тот не бежит, оба сухие. А вот с передней части бачка бежит. Поэтому решили сейчас снять локер и снять целиком бачок, посмотреть, что там с ним произошло. То ли перетерся, то ли трещина от чего-то появилась. Может, размороженный, может, еще что-нибудь, может, придавленный. Но быстрее всего перетерся. Сейчас снимаем локер. Для этого открутили здесь два самореза и снимаем все пластиковые клипсы. Вот, капля капает здесь, вот здесь вот. Берем его, откручиваем. Локер пришлось полностью снять. Было неудобно. Здесь у него крепление сверху, болтик М6. Сейчас еще посмотрим, где он еще крепится, как бы бампер не пришлось снимать. Откручиваем, смотрим, что там у нас дальше. Нашел место, откуда бежит. Вот здесь у нас спереди нижняя часть, с торца трещина. Все-таки он размороженный бачок. По зиме, видать, его некачественной жидкостью разорвало. Потому что всегда человек использовал зимнюю жидкость. Но дело в другом. Чтобы снять бачок, нужно снимать бампер, чего мы делать не хотим. Поэтому мы сейчас берем, снимаем мотор, сливаем жидкость, сушим бачок, и спереди мы его замажем холодной сваркой. И потом уже проверим, зальем воды. Берем ведро и снимаем. Сначала я сейчас выдую оттуда жидкость. Резинка живая, уплотнительная на моторчике. Изначально думал, что по резинке побежал. Выдуваю жидкость. Если внимательно посмотрите в бачок, в бачке воды не осталось. Вытащить ее легко. Заталкивайте туда тряпочку и свешивайте ее вниз. Через какое-то время вся вода через тряпочку сбежит. А остатки можно уже там вымокнуть также. Но тряпка вытягивает полностью воду. Теперь берем наждачкой, подчищаем вот этот шов, где у нас треснуло сзади. И сейчас обезжиривателем обезжирю. Берем обезжириватель обычный, и место, где мы будем замазывать герметиком, мы обезжирим.
Берем герметик, подлазим и замазываем этот шов. Ждем минут 5. А что тут ждать? Тут можно не ждать. Начинаем собирать. Вставляем на место резинку. И защелкиваем моторчик. Все, мотор поставили, ставим на место локер. Крепим по периметру. Установил на место локер. Все, закрепил его. Теперь опускаем автомобиль. Прошло примерно, подождал. Полчаса прошло. Я думаю, герметик схватился. Берем, наливаем жидкость и проверяем, бежит она у нас или нет. Опустил автомобиль, залил примерно 4 литра жидкости, бачок не полный, конечно, но снизу у нас все сухо. Установил колесо, нету, так что наша временная залипуха помогла. Дальше все равно бачок купим, заменим, но в данный момент хоть можно ездить с жидкостью. На этом все. Заклейку, приклейку, залипуху бачка стеклоомывателя мы закончили. Всего вам доброго!